Ну что, продолжаем, значит, вот этот идет сюда, вот этот вот заменим, например, вот этим. И смотрите, внимание, вот этот идет сюда, это идет сюда, это идет вот сюда. То есть, вот это идет сюда, это идет сюда, это идет сюда. То есть, так работает формула, да. То есть, этот идет сюда. Давайте-ка сделаем формулу, что ли. Против часовой. Оп. И не смогли пока поставить, но сделаем эту формулу еще раз. И уже, соответственно, мы это уже поставим. Так, теперь нам надо вот так вот это все вернуть. И у нас остается два лепестка. На самом деле не два их, а три должно быть, по идее. Потому что вы же понимаете, что такого невозможно, чтобы было два лепестка, а не на местах. И тут уже большие проблемы у нас возникают с этим постановкой, на самом деле. Но надо, чтобы этот пошел сюда. А заменять надо как-то вот этим. Вот этот надо как-то поставить. Вот так, да. Как это можно сделать? Может быть, можно сделать вот так. Тогда этот идет сюда. Этот идет сюда. Этот вот сюда. Можно, конечно, так попробовать. Не факт, что это кончается успехом, но по идее можно попробовать. И, соответственно, все возвращаем. И наша идея кончилась успехом. Теперь мы этот можем поставить сюда, этот сюда, этот сюда. То есть немножечко мозгов, немножечко этого, и лепестки дружно и легко встают на свои места. Вместе с тем. Вот. А вот теперь остается самая кошмарная часть. Это постановка вот этих маленьких элементов. И я думаю, что вы сейчас догадываетесь, почему я собрал вот эту большую часть головоломки. В принципе, можно начать сборку с сначала ребра, потом центральные, потом лепестки. Но вот эти вот маленькие, это будет кошмар. Сейчас оно будет просто, но маленький это кошмар. Ай, ладно. Вот. И поставить вот эти, помните, гонку Master Paint Ultimate? Поставить там вот эти лепестки в форме трапеции намного проще, чем здесь. Здесь гораздо сложнее. Иногда приходится делать 10 или даже 13 подготовительных ходов с выводом к формуле. Вот. Делать их назад — самая сложная часть. Ну, с чего бы начать такого попроще? Например. Вот, например, вот здесь. Вот смотрите, я вам даю первую формулу. Но нет, здесь будет плоховато. Вот. И здесь плоховато. Сейчас. Смотрите, чтобы вот этот вот поставить вот сюда. Вот этот вот поставить вот сюда. И вот этот вот поставить вот сюда. То есть по часовой стрелке, вот видите, вот эти три как бы полоски, да? И чтобы между ними поменять вот этот вот, как бы тыкнуть. Вот этот вот. Вот сюда. Вот этот. Вот сюда. И вот этот. Вот сюда вот. Формула будет следующая. Я называю их мотоциклами. В данном случае надо отправлять правый мотоцикл. Вот смотрите. То есть, когда по часовой стрелке, надо отправлять правый. То есть, мы включаем мотор, делаем четверку. Мотор выключаем, четверку делаем обратно. Смотрите. Теперь мы мотор выключаем, делаем опять четверку обратно. Это была вторая обратная четверка. Мотор выключаем. Где мы делаем три, то есть третью обратную четверку. То есть три обратных четверки мы в данном случае делаем. Ну или уже, и вот уже наконец-то мы включаем обратно мотор и делаем прямую. То есть одна прямая, три обратные и одна прямая. Мотор включаем, выключаем после каждой четверки. Вот, конечно, вот, как-то так. Теперь вот здесь, вот этот может пойти вот так. Это уже будет другая формула, смотрите. Вот смотрите, я делал подготовительный ход. Вот этот идет сюда, вот этот идет сюда, вот этот идет сюда. То есть уже в обратную сторону. Делаем левый мотоцикл, смотрите. Сделали подготовительный ход, делаем левый мотоцикл. То есть делаем так, делаем четверку слева. Делаем так, делаем четверку справа. И так будет еще две таких еще, помимо этой. В
Включаем. Справа. Выключаем. Опять справа. Но уже включаем. Слева. Выключаем. Это тоже восстанавливаем. Вот. Итак. Вот сюда надо бы. Что-то вот с этим надо делать. С этим. Как его? С салатовым. Салатовым цветом, как его там называют. А можно что-нибудь поделать и с синим. Ха-ха. А ничего нельзя попробовать. Почему? Можно попробовать. Сейчас поставите. Нет. Ну, давайте вот с этим. Здесь у нас мало чего собрано. Посмотрим, что мы можем сделать. А сделаем, мы можем следующее. Мы можем вот этот поставить вот сюда. Вот этот вот. Смотрите. Поставить. Сейчас. Мы вот этот ставим сюда. Этот ставим сюда. Этот ставим вот сюда. Правый мотоцикл делаем. Поворот. Четверка. Поворот обратно. Четверка обратно. Поворот. Обрать. Опять обратно. Поворот обратно, но опять обратно. И уже наконец-то мы завершаем прямой, соответственно, четверкой. Вот. Соответственно, вот так вот все. Вот уже пошло что-то более интересное, сложное, да. И мы это все восстанавливаем. Итак, ну что, упорядочилось что-то? Да ничего тут не упорядочиться не могло было. Но вот мы видим, что вот этот вот элемент у нас не встает. Зато вот этот вот элемент. Можем ли мы что-то сделать с ним? А делать мы с ним ничего не сможем, по сути говоря. Их всего два, да? Ну что, какой будем делать? Значит, надо вот этот элемент как-то поставить вот сюда. И можем вот это попробовать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот столько мы сделали подгиб на ходовке. Теперь мы этот ставим сюда. Этот ставим сюда. Этот ставим сюда. Убиваем двух зайцев, да? Справа. Соответственно, делаем мотоцикл наш. Почему мотоцикл? Потому что мне так захотелось его нам назвать. Не знаю. Делаем наш мотоцикл назад. Включаем назад. Выключаем назад. И уже завершаем. Коронная, так красиво. Вперед. Делаем обратно. Ну и по сути мы все эти. Раз. Два, три, четыре подвижных хода. Зачем назад? Вот. Теперь вот этот вот элемент. Смотрите, господа. Этот элемент ставим сюда, это сюда, это сюда. Против часовой, поворот. Мотоцикл. Делаем слева. Обратно. Справа. И еще таких две будет. Поворот. Справа. Поворот обратно. Справа. И коронно завершаем поворотом слева. Но это, естественно, возвращаем обратно. Тут даже говорить не о чем. Итак, сюда. В чем поставим? Где наш элемент? Смысл сейчас делать эту операцию, да? Мы сейчас все тут. Главное не разрушать уже собранного. Вот этот вот элемент ставим сюда. Вот этот сюда. Этот сюда. Лучше собирать какую-то одну сторону сразу. Раз, вот так вот. Быть может, это вам кажется проще, чем на Ultimate, но... Все равно. Я гадал громко, как собрать. Не 12. Не так страшен черт. На самом деле. Не скажу, что она такая прям сложная, да, но... Будет это посложнее. Я потом дособираю сборку и покажу тут. Сделаю заодно отдельный обзор этой головоломки и покажу еще одну. Схожую, но не совсем. Вот этот идет сюда, это идет сюда, это сюда. Опять двух зайцев убиваем. Ну, да, но есть такое часто. Опять слева, наконец-то мы левый мотоцикл практикуем. Я бы не сказал, что будет вращаться плохо. Просто там тут ребра надо бы подточить или маленький элемент, и будет вращаться он замечательно. Ну, что вы хотели, производитель, конечно, не самый лучший, который только бывает. Вот, но поэтому... Ну, вообще, у меня был гигаминкс, он крутился лучше, честно говоря. Там, правда, тоже были проблемы с наклейками.
Но производитель у него был другой. Не MF8, 100%. MF8 Gigamix. Вообще говорят, он хороший. Вот Gigamix у них хороший, да. Поставили. Еще последний остался. Последний, самый, как всегда, самый упрямый. Не хочет никак вставать, да? Вот тут подготовительные ходы нас должны спасать, по идее. По сути, они у нас пока что не спасают. Но, вот делаем такой ход и такой, вот. Не знаю, запомнил я их или нет, по-моему, запомнил. Этот идет сюда, а этот идет сюда. Сейчас, если что-то вывалится, будет просто каранты. Вот. Так, последний раз. Прямая. И последняя четверка, которая завершает наши все эти циклы. Это у нас, соответственно, будет. У нас вот такая. Да не особо сложные у меня все-таки подготовительные ходы. Есть еще одна обучалка в интернете, кстати, второе обучающее видео. Есть еще отвести пазлс, я смотрел, у него там совершенно другая методика сборки этой головки. Он собирает сначала лепестки в данном случае, потом вот эти маленькие как-то. Лепестки, кстати, маленькие собирает. Гораздо, как я вообще смотрел, там как-то, он как-то их пытается больше логически ставить, но гораздо сложнее. У него там с подготовительными ходами еще больше проблем, чем у меня. Этот идет сюда, это идет сюда, это идет сюда. Поэтому моя методика, наверное, самая такая хорошая. У меня, собственно, сложные, так сказать, подготовительные ходы тоже. 10-13 подготовительных ходов. Это очень редко, когда бывает. Вот у него это очень часто, так сказать. И мы, соответственно, но ставим, по сути, обратно. Но поставить их сложнее, чем на Pint Ultimate, понятное дело, что мы этот теперь ставим вот так вот. Этот идет сюда. Этот. Господи, какой сюда? Трех зайцев убиваем. Нравится мне это, ребятки. И последняя такая победная, завершающая обратная четверка. Ну и чё? Все, что мы разрушили, возвращаем назад. И видим, что у нас уже практически все собрано, кроме четырех сторон. Последняя сторона. Мы лучше поставить сейчас вот так, на самом деле. И вот так. Все было бы хорошо, но вот здесь вот у нас большие проблемы. Поэтому мы сюда ставим заменительный синий элемент. Вот. И вот так. Тогда этот идет сюда. Этот идет сюда. Этот идет сюда. И мы убиваем опять трех зайцев. По сути говоря. Вот. Что там мы делали? Обратно теперь, да? Делаем прямую. Делаем вперед. Делаем прямую. Делаем обратно. Прямую. Мы делаем такую. Все разрушили, короче. Все разрушили на своем пути. Все сделали неправильно, все разрушили. Да, но мы немножко разрушили, да, но по сути до конца сборки еще немного осталось. Опять тут можем убить трех зайцев. Вот. Пожалуйста, прошу, запоминайте то, что мы опять-таки делаем. Сейчас мы делаем вперед, потом мы делаем назад. Я тут чуть... Тут все-таки гораздо проще в плане того, что тут одна ошибка не заставляет собирать головку заново. Но я бы не думаю, что тут, конечно, вращается лучше, чем Ultimate. Да, он меньше затягивает, но он все время локапит, вечно цепляется и все такое. Вот, этот идет сюда. И нам на тут заменительный желтый победно поставить на свое место, которое я, видимо, не успею поставить в этой части. Вот. Вот.